Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом коротком видео я хочу рассказать об одной полезной настройке, которую стоит включить, либо проверить, включена ли она у вас для защиты вашего смартфона от вредоносного ПО. Сейчас в наше время мы постоянно устанавливаем разные приложения, скачиваем, устанавливаем, удаляем, опять скачиваем. Много приложений проходит через наш телефон, и источники не всегда достоверные, во-первых. Во-вторых, даже проверенные разработчики часто допускают ошибки в коде и находятся какие-то уязвимости. Но все-таки есть средства, которыми можно дополнительно обезопасить наш смартфон. И одно из средств — это сам Google Play. В настройке можно изменить дополнительную проверку приложений на вредоносное ПО. Для этого нам нужно зайти в Google Play, нажать на вот эти три линии горизонтальные и увидеть здесь такой пункт «Play защита». Нажимаем, как видите, у меня сейчас «Play защита» выключена. Стоит такой красный крестик. Нам нужно зажать на эту шестеренку и перевести эти оба переключателя во включенное состояние вправо. Далее нужно нажать «Проверить». И произойдет сканирование всех приложений. И если есть в истории Google информация о том, что какое-то приложение подавало отчет о том, что в нем может быть какое-то вредоносное ПО, либо просто какая-то лазейка, то он вам сообщит и предложит варианты, как это исправить. И вообще иногда просто включите эту защиту здесь, как я показал, и периодически, когда есть свободное время, там раз в месяц где-то, в зависимости от того, как часто и много вы устанавливаете приложение, раз в месяц, к примеру, заходите сюда, нажимаете «Проверить», занимает недолго время, но дополнительно позволит обезопасить ваш телефон от нежелательного ПО. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте комментарий. Всем пока!